Сегодня к нам пришли опять гости. Мы сейчас будем снимать на камеру двух хамелеонов. Вот такие они красивые. Не знаю, может быть, они спариваться хотят. Один хамелеон, наверное, мужского пола, а другой женского. Вот они. Один худенький, другой потолще. Или один втянул живот, а другой нет. На меня смотрит в одном глазу. Да, девочка и мальчик. О, как тут много. Классные какие, да? Его мордочки поднеси камеру. Все, начинаем двигаться. Что такие худые-то, а? Я не как-то вытаскивать. Ой, как быстро. Ой, как много. Ну, а ты чего стоишь? Ждет приглашение. Пойдешь куда-нибудь, нет? Ты куда пошел? Боком, боком, боком. Ты идешь. Я тоже подумала, куда бы мне пойти. Ой, ой, не надо, трогать меня. Куда пошла? Все как быстро. Ты куда так быстро? Не бойся, не бойся, не бойся, не бойся, не бойся, не бойся. Иди поговори с другом. С другом не хочешь поговорить? Ой! Ой, ты чего? Ой, не надо его кусать, ты что? Нет, не кусай его, оставь его. Ты чего? Не кусай его. Оставь его, оставь его. Боже. Отпусти, говорю. Турик, отпусти, говорю. Нельзя. Не кусайся, ты чего кусаешься, малыш? Ну, бедненький, идем. Ты вот чего его кусаешь, а? Маленький. На чем ты его кусаешь? Маленький, я не знала, что он тебя кусает. Не надо кусаться. Ты чего его кусаешь? Зачем ты его кусаешь? Малыш. Не надо его кусать, да. Ты что, рот открываешь? Вредина такая. Аж ты вредный. Иди. Пойдешь? Давай. Как они друг друга нашли, то еще два хамелеона. Куда ты полез? И тот довольный пошел. Тут, походу, молодой, а тут постарше. Он его убежает. Довольный с хвостом. Вообще. Куда идешь? Может, ты бандюга? Ты бандюга? Довольный, да? Вот так живут хамелеоны в дикой природе. А
Раньше у нас было много кошек здесь вокруг дома. Было мало мышей, хамелеонов. Сейчас их нету, не кормим. Все убежали, и вот такие животные стали размножаться. Хамелеончики разные. И так он лапками хватается. Такие лапки прямо предусмотрены как раз хвататься за веточки. Куда ты лезешь, а? Ром, посмотри, как он схватил твой хвост. Вот эту фотку надо сделать. Ух, как хватает, а? Ты чего хватаешь? Касается? Укусит? Зубки есть? Кто-то тоже погрыз ему челюсть, повредил. Ну, он сам себя грызет, дурик. Драчун. Ты драчун. Давай. Держись за Ромку. Динозаврик маленький. Маленький динозаврик. Куда пошел? И потопал, и пошел. Куда идешь? Еще вот он. Он уже увидел его, смотри. Ага, смотри, смотри. Ух ты, смотри-ка, а? К нему. Оставь его в покое. Надежи. К нему. Рома, он сейчас его цапнет. Вот смотри, как он лезет к нему. Вот. Дай ему другое пространство. Полезешь на другое дерево? Давай. Дай на другое дерево полезешь? Другое пространство. Ух, красота. Подстрахуй его. Там еще шлепнется. А я такой зеленый, и никто меня не видит. Ну что, он там цвет меняет? Нет, непонятно. Меняет, видишь, он какой-то серый приобретает. Я, по-моему, поменял. Он был в пятнах. Он же недавно был в пятнах зеленых. Сейчас уже какой-то сероват. И полез. И полез. Тебя папарацци снимает. Тому лезет, походу, белый. Солнышко. Солнышко. Добраться до того хочешь. Этот сейчас шлепнется. Вот этот шлепнется. Все, он уже повис на веточке. Сейчас он так шлеп. Ага, увидела его, смотри. Представляешь? Ну и наблюдает за ней. Бедненький. Пойдешь на другое дерево? Пойдем на другое. Пойдем. Пойдем. Ну. Пойдем. Отпусти лапку. Отпусти, отпусти. Давай, отпускай. Ух ты, как вцепился. Понял. Ну, отпускай там. Не бойся. Хвостик отпусти. Давай. Цепляется всеми возможными путями. Боится. Знаешь, у него... Что с его челюстью? Лизачок у него. Что у него застрял? Зубик сломан. Он старенький. Ты старенький? Что у тебя тут торчит? Что у него там торчит? Что-то торчит.
Ну что, на зуб схватил. Так, ну ты что, полезешь куда-нибудь? Ему нужно солнце. Полезешь? Такие глазки классные. Бедненький. Пока. Пока. Счастливой дороги.